Организационные выводы озвучил первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин. Оргкомитет Катайска позволил разместить не только всех приезжих спортсменов, но и тренеров и судей. Сельский спорт у нас популярности своей не теряет, а только приобретает. И количество участников, и количество видов, которые у нас тоже растет. Церемония открытия была максимально приближена к олимпийским стандартам. В течение 20 минут перед зрителями на поле стадиона «Труд» развернулась вся история Катайского района. Со времен Древней Руси и до наших дней. В 15 зачетных видах спорта приняли участие все районы, за исключением Юргомышского и Петуховского. Мы в этом году серьезно по поручению Сергея Геннадьевича увеличили призовой фонд. Призовой фонд составил более 3 миллионов рублей. Мы наградили, если раньше тройку наградили, то в этом году мы наградили в общекомандном зачете 8 лучших районов. Команда победителей из Каргопольского района получила сертификат на 300 тысяч рублей. Команда из Мишкина, занявшая 8 место, увезла домой 80 тысяч. В целом, прошедшие игры считают удовлетворительными. Разумеется, не обошлось без недочетов, но это лишь повод доработать отстающие моменты в следующем году. Борис Лайкин, Евгения Волкова, Андрей Глазырин, Александр Карпов. Информационное агентство «Курган.ру».